Продолжит программу еще один сюжет из столицы. В библиотеке имени Михаила Светлова прошла встреча с настоятелем храма Успения в Путинках, духовником молодежного клуба Петра и Февронии, протоиереем Алексеем Гомоновым. Создание и сохранение православной семьи – вот главная тема, которую обсуждали на встрече. С подробностями наши корреспонденты. Как создать семью? Как сделать ее счастливой? Как найти свою вторую половинку? Этими вопросами сейчас задаются тысячи и тысячи людей. Они не новые. Наши дедушки и бабушки, папы и мамы когда-то ставили их перед собой. В библиотеку имени Михаила Светлова пришло около сотни молодых людей, юношей и девушек, чтобы узнать ответы на эти вопросы, но с позиции христианства. Для чего вообще нужна семья современному человеку? Итак, даже в раю, даже в условиях бессмертия, безмятежности и всей обеспеченности, в условиях, когда каждый день лицом к лицу встречался Адам с Богом, ему нужен был еще кто-то, вторая половинка. Господь дал Еву. И в Священном Писании сказано, что не может быть человек один. Таким образом, семью задумал сам Бог. Он благословил союз Адама и Евы. Однако в последние годы семья становится раритетом, который впору заносить в Красную книгу. Отец Алексей привел неутешительную статистику. Сейчас в России распадаются 75% семей. А те люди, которые все же остаются вместе, идут по жизни без проблем в отношениях. Это касается не только молодых, но и пожилых супругов. А причина всему – пустота, которую должен заполнить Бог. Однако подавляющее большинство пар живет сейчас безбожно, а то и распутно. Становится нормой скандалы и измены. Терпение, смирение и жертвенность, что так необходимо здоровой семье, отходят на второй план. Отсюда вывод – только с Богом, исполняя Его заповеди и живя в ограде церкви, возможно создать счастливую семью.